Сервер Jurassic Park. Это рейты на томление и добычу 5x, а на опыт 10x. 50 слотов и мощное железо с низким пингом. Карта The Island с приоритетом на PvP игру, а также ивенты минимум раз в неделю. Переходящие трайбы получают бонусы. Трайб от 5 человек получит Трайка, Дедикуруса и Птера. Трайб от 7 человек получит Трайка, Дедикуруса, Анкилу и Кетсаля. Дополнительные киты, сбалансированные товары в магазине, администрация 20+, и многое другое ждет вас на этом сервере. IP сервера и ссылка на группу ВК в описании. И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И сегодня у нас необычная серия, а собственно даже это не серия больше, а именно, так сказать, мини-сезон, сезон рейдов. Будут у меня такие периодичные мини-сезоны, именно с рейдами связанные, где я буду развиваться, рейдить и так далее. Суть-то дело в чем? Кстати, у меня вот тут уже 9 левел, вот это вот все построечки у меня, это, золото в белом луче, смотрю, о, луч, твою мать, быстрее до него. Мне повезло, там были постройки, шмотки, кстати, что я их не надел до сих пор, вот, там были постройки, шмотки и все, кибитка у меня есть маленькая. Вот, а потом я начал с голодухи сдыхать и решил все-таки, да, пора мне сжечь мясо. Хотел синий залутать, но я проканал. Так вот, собственно, что я здесь делаю. Сервер маленький, сервер 50 слотов всего лишь, и онлайн здесь маленький. Почему здесь онлайн маленький? Пишет мне, в общем, после того неудачного, не пойми чего, какого рейда, подписчик и говорит, чувак, что за фигня, что за нафиг, это что такое было? Приходи лучше ко мне на сервер, я тебе покажу нормальный настоящий рейд с настоящими взрывами, и все будет пучком. Единственная проблема, мне не хватает ракет. Ракет, взрывчатки, в общем, любое взрывчатое вещество только приветствуется. Ну я такой пишу, ну что, не проблема, почему бы нет, мне нужны хорошие рейды, я хочу посмотреть, как это вообще рейды выглядят в арке. Не по видео это говно, хочу на себя ощутить. Вот, ну и собственно так, давайте я начну уже лутать немного ресурсов. Вот, ну и хорошо, не проблема, у тебя там типа есть хотя бы хоть, не знаю, там опиши базу, скрин какой-нибудь. Ну он присылает скрин, на Птере прилетел, там или на ком он там скрин мне прислал. Я увидел. Смотрю, короче, во-первых, что я увидел. Это тупо застроенный остров. Во-вторых, смотрю, куча дина. А в-третьих, я в центре ничего понять не могу, что за фигня. Стоит, короче, вот просто куча, много растений. Ну, я думаю, что мало ли там, на крыше тупо много растений, все дела. Спрашиваю у него, что там, типа, ну, там, типа, расскажи, что есть на скрине. Ну, он говорит, там, типа, дофига дина, дофига стен, в общем, все в металле, и это пирамида. Я говорю, че пирамида? Ну, он мне объясняет. Пирамида, мол, типа, все сделано по минимуму, и сверху у него просто органикой застроено все. Ну, я потом просмотрел, смотрю, да, реально органика, оказывается. Там просто тупо сплошная трава, икс растений. Ну, что поделать. Понятное дело, я понимаю, что там надо взрывчатки тонны. И я говорю, ну хорошо, не проблема, мне рейды нужны, у меня есть свободное время, ну как свободное, сравнительно, относительно свободное время, и я помогу тебе. Вот, ну, конечно, он меня еще попросил прорекламировать сервер, думаю, ладно, пофигу, если удастся нормальный рейд, то есть я сначала все сниму, а потом уже буду выкладывать, если все нормально удастся, то, знаешь, как-то не жалко прорекламировать сервер. Вот такие вот дела. В общем, поэтому, собственно, вначале вы видели уже ролик о том, что да как на сервере. Вот. И, собственно, очень-очень понравилось то, что здесь есть киты, сбалансированный магазин. Магазин я посмотрел, да, там реально нет ничего такого сверхъестественного, чтобы ты не смог бы добыть сам. Ой, я уже, мать его, перегружен. Надо домик строить по-быстрому. Построю прямо здесь, короче, где появился, чтобы без лишних заморочек. Вот.
Нет ничего такого. Есть какой-то стартовый набор, я уже не стал заморачиваться. Сейчас думаю, сейчас еще пока напишу админам. Появилось время, надо, короче, записывать. Ну, пока же напишу, пока туда-сюда, пока мне это все выдадут. Нафиг надо, я это все сам добуду, быстрее буду. Вот, поэтому без лишних заморочек уже и стартанул. Так, благо мне повезло, мне дали сразу такую кибитку в этом, в луче. Ну, реально повезло. Такое редко бывает, когда тебе дают это. Задать пин-код. Давайте зададим пин-код примерно такой там, нормально будет. Вот, и, собственно, что-то я слишком долго, да, была воля. В общем, понравилось то, что... Вот, кстати, я постоянно разучаю, очень много людей именно трайбам дают, особенно по PvP-серверах, трайбам дают какие-то плюхи. И мне прикольнуло то, что здесь, если ты приходишь трайбом, там, за 5 человек столько, за 7 человек столько-то. И вот, который за 7 человек, просто... У меня проблема вся с кетцелями, и там написано, дают кетцели. Я думаю, ну, надо ты урежать, у меня нет шестерых человек, чтобы у меня был кетцель. Ну, в общем, ладно, нету и нету. Мне как бы это ни к чему, я уже поспрашивал, что да как, у него там есть все. Ему единственное только нужно, понятное дело, взрывчатка — это время. А, как говорится, почему бы мне не полутаться, заодно я немножко разовьюсь, посмотрю, что это как за сервер, чтобы не были гласнословным. А то многие что, о, зашли там на сервер, ты это, давай, вот, короче, сервер хороший, давай тащить. И все, у них там первый, второй левел, грубо говоря, а сами там уже с ракетницами бегают. Я же хочу посмотреть на, лично, так сказать, на своей шкуре, узнать, что это как на сервере, и уже, так сказать, чтобы не... Трындеть лишний раз, сказать вам, да, сервер хороший или вот, но рейд был хороший. Вот, поэтому как бы тут же посмотрю, что-то как будет в конце, ну а пока что буду развиваться. Опять-таки же повторю, сервер Jurassic Park, собственно, я в начале же говорил перед роликом, что сервер Jurassic Park. Вот, и, собственно, до ивентов, я думаю, здесь не доживу, я здесь буду снимать сравнительно недолго, потому что здесь на опыт 10x, а на добычу и там рение 5x, на 5x добывать ресурсы, вообще как делать нефиг, поэтому, как бы, единственное, только есть смысл донатить тем, кто не хочет этим всем заморачиваться, вот. Им реально есть смысл знать. И поверьте мне, таких людей много, кто не хочет заморачиваться и просто... вкинул, короче, деньги, пошел, бабахнул кого-нибудь. О, ресурсы там пошли еще бабахать, тут где сервер. Может, агрессоры именно такие и есть, кто просто задонатили и все, потому что база у них, мать его, налево. В общем, народ, как я уже сказал, будем развиваться, будем строиться. Я буду снимать по минимуму. Я буду стараться только развиваться и поменьше, так сказать, флуда. Вот, только буду основные моменты вам показывать. Я думаю, следующий домик у меня уже будет... Чуть обходит. А следующий домик у меня будет уже не такой, а уже нормальный, каменный, потому что я рассчитываю именно на него уже. Ну что, народ, в общем, вот такая вот у меня уже построечка получилась. Недолго, немало развиваюсь, но в целом довольно-таки быстро идет раскачка. У меня уже 35 левел, и я могу изучить тир. Вот нам седло птеродактиля. Это довольно-таки неплохо. Честно, я просто не знаю. Я зашел на сервер, вот, да, вот снял этот ролик. Учил себе музычку и давай потихонечку развиваться. Развиваюсь. Просто смотрю, оба. Ёпта, нифига себе, уже времени сколько прошло, оказывается. Вот, и довольно-таки неплохо идет. Ну, в целом, наверное, часа два я проиграл. И уже как бы и трайк есть, и птер есть, и бега что-то там, а я не помню. Ой, выносливости как у тебя не хватает. Ну, давайте я сделаем еще выносливость, качаем. Кач идет просто на ура. Это просто неимоверно, насколько быстро кач идет. Я просто сначала думаю, ой, блин, медленно. Потом, когда начал делать каменную постройку, я просто офигел, насколько это быстро происходит. У меня просто 9 фундаментов, да, я состряпал себе 9 фундаментов, то есть 3 на 3 сделал. И у меня за эти 9 фундаментов около 6... Твою мать, не добежал, чувак. Около 6 левелов я вкачал за эти все фундаменты. Это просто офигенно. Вот, сейчас, собственно, притомил себе трайка для того, чтобы он мог добывать мне ягоды. Потому что я уже задолбался их добывать себе, эти ягоды.
долбанные. Так, что у меня там? Все это так, ну ладно, я не понимаю. Кстати, какие-то здесь есть трайк скин, я не знаю, я изучил, они нифига не стоят, но что с ними делать, я не знаю, потому что они ни сюда, никуда не кидаются и ничего не делаются. Вот, просто лежат в инвентаре. Так, ну-ка, если я просто его уберу из инвентаря, ничего не изменяется. Не знаю, я спрошу, что это за такое, и обязательно вам в следующей серии расскажу. Потому что, как бы, мне лично интересно, что это за чудо такое, эти скотина. Так, ближе, ближе, ближе. Хат! Был расчет, что они двое различатся, но ладно. Не получилось. На тебя, скотина. Что-то какие-то, походу, дела большие, ладно, попались. Вот, развитие идет довольно-таки нехило, и как-то без лишних заморочек я уже докачался до каменной постройки. Здесь недалеко тусуются этим, господи, бобры, что означает, довольно-таки я с легкостью смогу добывать цементную пасту. Плотина же все-таки. Вот, поэтому как бы без лишних заморочек я смогу это все дело добывать. Так, давай сделаем вот так вот. Все-таки типа, откачаем скорость до 250 вкачать, чтобы он все-таки был побыстрее. Вот. Ну, а сейчас, собственно, благодаря вот этому тому, что у меня есть страйк, все пойдет куда быстрее. Потому что налутать вот такое количество наркобериков приходилось столько времени тратить. А сейчас вот, просто зашел так, шлепс, и наркобарики, шлепс, и наркобарики. Потому что лично я уже отвык от ручной работы. Кто-то мапнулся, что ли? Нет, просто звук что-то... Я уже глючит, я хочу, чтобы у меня побыстрее апались персонажи, и я сам апался. Вот персонажи, господи, динозавры. Вот. А, нет, вот, мапнулся. Все, пучком. Так, давайте еще пару раз вкинуть скорость, и у него будет 250% скорости ходьбы. И все довольно-таки неплохо будет. Сильно далеко я, кстати, не бегал. Я пока что просто бегаю здесь вокруг, немножечко лутаю, немножечко развиваюсь. Но сейчас у меня седло на Птера есть, что означает, я буду развиваться именно, то есть буду путешествовать. Учитывая, что я на этой карте вообще ни разу не играл, то неудивительно, что мне охота, так сказать, туда побыстрее прям полетать, посмотреть, что да когда где. Вот, я реально ни разу не играл на этой карте. Так-с. Взять всё. Вот это вот от тебя обратно скидываем. Что мы имеем в итоге? Вес нормально. А что я не взял? Нормально все. А, наверное, из-за того, что я на тебя стою. О, да. Из-за того, что стою. Вот. Притомил я себе Пелагорниса. Он неплохой плавун. Ну, именно плавает по... Так, давайте скорость вот до 150, как надо. По воде именно. И вон там Птер у меня. Птер у меня маленького левела, так сказать, чтобы летать хотя бы хоть куда-то, хоть что-то. И, собственно, здесь я уже... сделал себе слитки металла, пережарил, слава богу, наконец-то. Задолбали мне эти каменные инструменты. Где-то там. Вот, и могу уже стряпать все, что нужно. Ну а для начала надо состряпать костер себе. Вот, кстати, недавно только переехал. Йо, просто сколько у меня наркобариков, отлично. Недавно только переехал в этот домик в каменный. До этого все жил в той соломенной кибитке, и ну, неплохо, неплохо было. Так-с, так-так-так-так-так-так-так, вот на солом, а, еще камень тоже. Надо костер уже состряпать. И все будет пучком. Так, мне нужен верстак. верстак. А, во! Верстак. А, кожи не хватает. Какого ля? А, туда я же ее не брал. Так, и кожа. На куда я в натуре? Текс. Да куда-нибудь давай вот прямо вот сюда запихондрим. Текс, это сюда? Ой. Сюда говорю.
В целом, я вот почему сильно не замечал, здесь нету лагов. Ну, я имею в виду, не замечал игру, а здесь нет лагов. Здесь реально как-то у меня даже фризов моих благополучных нету. Ну, фризов нету, наверное, из-за того, что построек поблизости не так уж и много. Вот, если они есть, то они где-то далеко, глубоко, я на ней напляжу. Один я такой дебил, по ходу дела, построился здесь напляжу. Вот, поэтому такие вот дела. Вот, ну а в целом, как бы, все довольно-таки неплохо, и меня лично это все устраивает. Так, кожа, оружие, ближний бой и кирка. Отлично. Уже смогу лутать металл, уже смогу делать что-либо серьезнее, нежели просто лутание камня и... Так, вот это выбросить, это пока что оставить еще. Вот, нежели просто лутание, допустим, каких-то первоначальных ресурсов. Кстати, сколько у меня там хитина. Хитин очень тяжело добыть, точнее у меня кератин получается, потому что я убиваю только черепах. Но есть смысл попробовать сходить в лесочек забуриться, может быть там есть насекомые. Вот, и по крайней мере попробовать с них добыть что-то. Вот он тот самый луч, который я нередко лутаю, который мне нередко помогает ресурсами. Да. Ой-ой-ой-ой, твою мать, мелкие твари. Не, надо бежать и идти, короче, днем сюда. Ну все нафиг. Вот такие вот дела. В общем, ух, тысячу! Да ладно, ты тысячу прибавил? Вот это я... А, нет, господи, тысяча, у меня всего тысяча. А, подожди, это нолик. Слушай, реально тысячу прибавил? Обалдеть. А я говорил, фундаменты кайфовые. Вот ж в натуре. Вот на чем качаться надо. Фу, в общем, пробежался, подлутался, добавил еще немного себе ресурсов, и можно уже сходить в лесочек. Кстати, да, уже поставил ворота, трайка загнал вовнутрь. Вот, лутал металл. Собственно, для чего мне нужен хитин кератин? А все для того, чтобы я мог на птире летать и добывать ресурсы нужные. К примеру, металл, который вот с этих дубных камней фиг его добудешь. А вот. Остается вопрос. Сдохну ли я? Да у меня ничего такого нету. Тихо, тихо, не спеша. Мелкое говно, пошло в жопу вы, оно. Давай, быстрее. Пошли все в жопу, эти мелочи пузатые, блин. Задал бы вот больше меня, нежели толку от них. Ни кожа, ни мясо, блин. В прямом смысле слова. Больше с ними заморочек. Чё-то я не вижу здесь насекомых. Ну чё, черепах что ли опять глушить? Ну это ж в натуре прям. Это ж прям в натуре. Фигово. Ну вот, а я надеялся и рассчитывал на насекомых вообще-то. Обычно в таких лесах насекомых тусуются. На что-то... Мне не прёт сегодня на насекомых. Тихо. Я слышал. Твою мать, там раптор. Значит, мне не показалось. Идрить мадрить. На боевую готовность. Так, давайте, короче, поможем чуваку. Да он и так сам справился. Отлично. Офигеть. Раптецкий. 40-й левел. Ну, можно было бы притомить, только смысла от него нету. Я и так нормально все добываю. А, что он может добыть? Ну, река, мне не показалось. Это хорошо. Значит, меня не глючит еще пока что. Ну-ка, а вот это металл? А по цвету больше на металл было похоже. Твою мать! Вот на, насекомое! Пошел! Нафиг отсюда! Это не насекомое! Вот они родненькие! Разворошил их! Ублюдочные создания. Хе-хе-хе! Да. Вот это я уже понимаю. Воу! Реально что ли здесь гнездо у вас? Грубо говоря. Так сказать, неофициальное. Вот они еще бегут.
Твою мать! Вот это я обосрался! Он сверху слез! Да это хорошо, это хорошо! Больше хитина! Нужно больше хитина! Давай, давай, давай! Ну что такое? По заднице набить бог. Обалдеть, обалдеть! Вот это я понимаю. Пришел полутать металльчика. Так это, ты металл или нет? С виду ты похож на металл. Типа. Ну, такой, ферму, все дела. Ты пошел ты жопу. Не, давай тебя добью, короче. Вдруг еще единичка. Ты пошел ты жопу, короче. Да уж, вот такие вот дела. Поэтому очень тяжело понять, где здесь металл, где здесь нет. Но я понял, что большие, толку от них ноль. А, так это такое же. Вот почему. А, все, нафиг. Вперед! Вперед до дома, теперь к Птеру и уже создавать седло, и все будет пучком, и все будет просто замечательно. Фу, как вы видите, довольно-таки легко развился, знаете, до Птера, до вот такой базы, до всего вот того дела. Реально, 2 часа и. Так и неторопливой игры, я бы даже так сказал, не сильно торопливый. Если бы хотел бы, я бы побыстрее бы развился. Потому что у меня получается, что я бы Пелагонис, или как он там, ну, в общем, чайку вот это я бы не мог бы не томить, томиться на очень долго сравнительно, вот, мог бы сразу Птера томить, но я что-то решил, ну, поймал, думаю, ну, ладно, чё уж, давай дотомлю, как ты обзываешься, Пелагонис, о, смотри-ка, я практически запомнил, только Р не сказал, Пелагонис, отлично, вот, и металл тем временем уже переплавился. Двойки? Да ладно, двойки не хватает, а у меня тут единичка. Вот ж подстава-то подставная, а. Да уж. Реально подстава подставная. Так, стоять. И мне нужно вот это вот там. Так, вот это все скидываем. А, что мне там для трайка-то нужно? Кожа, волокно, хитин и кератин. Так, отлично. Вот и кожа. Вай-вай-вай-вай, не хватает. Ну что же в натуре, а? Кстати, я не сказал. Вот смотрите, 13 тысяч 11, да, допустим. Подбираем. 13 тысяч 15. То есть просто так бежишь по пляжу и собираешь. Я так на первых порах просто бегаю с места на место на этих долбанных камнях. Левел ап, просто на ура. Так что советую. Это очень даже такое неплохое. По крайней мере, на The Island здесь камни валяется дофига. Поэтому есть смысл постоянно покликивать на буковку Е и собирать все камешки. Отлично! Отлично! Я. А, да, хватает. Вылкина, еще и левел апнул. Вообще тащу. Так, мне надо выносливость, потому что с выносливостью что-то у меня рамсы какие-то. 38-й левел уже, прикиньте, 38-й левел. Я уже скоро даже седло для Пелагониса сделаю, не только для Птера. Пока лутал ресурсы для седла Птера, практически докачался до седла Пелагониса. Да уж, неплохо. Где ты, мой Птер? Маленький. Текс, точнее, маленькая. Текс, седло. Тебе надо леса, потому что мне нужен леса в тебе. Все. Ну, вот такие вот дела. Теперь я уже смогу спокойно лутать и подготавливаться к основной, так сказать, своей задаче. Все-таки ж я не развиваться сюда пришел, а, конечно же, черт побери, рейдить. Вот. В общем, на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Не забывайте подписываться на канал, конечно же, ставить лайки, комментировать и делиться своим мнением. Что вы об этом всем думаете? Как вы относитесь к PvP серверам? И зашли ли вы уже сервер на Jurassic Park? Потому что интересно. Интересно. Вот это все дело, как что-то как происходит. В общем, всем удачи, всем пока. Ну а я пока металл полутаю, домик дострою. И начну уже подготавливать ресурсы для взрывчатки. Всем пока!